Всем доброго времени суток. Выбрался сегодня по грибы. На улице сейчас 7 градусов всего лишь тепла. Прошел дождик. Решил сходить пособирать зеленых груздей. Ну и прочей ерунды. Боровиков уже навряд ли будет. Ходил я где-то неделю назад, то нашел еще 3 боровика нормальных и все. Ну а грузди зеленки должны быть. Также с позапрошлого раза я замутил раствор со спорами боровиков. Разбавил его вот бутылку двухлитровую. Будем грибы пробовать рассаживать. А то каждый год выбирают, старых почти не остается на развод. Вот. Посмотрим. Правда, неправда. Он уже 2 недели простоял, этот раствор, даже больше. Дрожжи, как показывает, я не добавлял. Чисто споровый материал. И будем его заливать лунки. А через пару год посмотрим, вышло, что не вышло. На запах, конечно, он вонючий очень. Так вот будем проходить и местами заливать эту жидкость. Вот груздик. Вроде нормальный, не почернел еще. Так, будем брать вверх, вниз, пластинами ложить. Так. Этот уже старый немного. Пойдем дальше. Зеленки в основном произрастают там, где и боровики были. По молодому лесу неудобно держать нож, палку, ведро, бутылку под мышкой, еще куча. Грибы рассадим, руки освободятся немного. Куда дорожкой. Будем основные грибы рассаживать по местах. Там, где собирали их. Туда люди меньше заходят. Так что не поберет никто их особо. Вот был гриб. Разбросаем его по округе. Мухоморы еще растут. Вот мухоморчик красивенький. На этом вот участочке боровики встречались уже. Немного здесь еще добавим. Это сюда под ветками. Так, лунку сделали, сейчас раствора зальем, много не будем лить, так как я больших 4 боровика обобрал, споры, развел всего лишь на 5 литров, это концентрация большая. Если
через пару год пойдут грибы, значит способ действенный, можно рассаживать. Здесь людей много ходит возле дороги этой. Я думаю, если наш эксперимент получится, то грибов на всех хватит. Потоптали. Так, пойдем дальше. Там по-хорошки, может, зеленки будут. Вон там хорошее место. Были и грибы, и зеленки должны быть. Это уже назад зайдем. Вот здесь никогда грибов вот не было, ни белых, ни боровиков, и совсем съедобных не встречалось вот в этом месте. Если только взять, на дороге иногда были, видно, ногами споры разносились. Вот мы здесь попробуем их приживить. Вот местечко, куда получше. Вот здесь во хорошее место, будем здесь заживлять грибы. Сделаем пару луны, одну сюда, одну сюда. Залил. Вторая лунка. Да, запах, конечно, неприятнейший. Так, ножик, палку взяли. Пойдем на эти вот склоны светлые. Здесь у нас должны быть съедобные грибы. Разобраться, задержать получше. Мухоморы, мухоморы, мухоморы. Вот срезанный белый гриб. Уже моя палка эта насыщенная спорами, можно просто в землю затыкать. Кстати, можно сделать так, палку на конце с какой-нибудь ваткой, то пчела летает, хотя холод, что-то она вылетела, перебила разговор нам. На конце палки ватку сделать, внутри дырку засверлить, вот напитать спорами, ходить по лесу, под землю тыркать, может, грибы разводились, и таким способом побольше было. И не трудно, гнаться не надо. Посмотрим, откуда пчелы. Вот колода. Не видно.
Наверное, что-то их беспокоит, если сейчас вылетело. В принципе, холодно. 7 градусов. Нелетная погода. Вот у нас мухоморчик. И вон мухоморчик. Мухоморы свежие, красивые. Так. Вот давайте мы здесь на склончике еще рыбков заживим немного. О, какие грибы красавцы. Они уже старые, негодные, наверное. Все. Ну, вроде стоит, не падает. Уже гнилое снизу. О, старичок. Здесь, походу, ничего добавлять не надо. Только что это белые, а то у меня там с боровиков споры. Эта серия будет больше не сбор грибов, сколько их расселений. Сюда хотя старая гриба-то прикопаем. Землю. Пускай разрастается. Вот еще старый. Ну ладно, такие не будем расселять. Так поразбрасываем вокруг, да еще. Надо сами расселяться. Это вот беленький. Крепкий, нормальный. Заберем. Ну, внутриножка, кажется, червивая. Навряд ли уже будут белые нормальные сейчас расти. Да. Море черви. Видно, не видно. О, а сверху чистый. Снизу по ножке пошли червяки, а верх чистый у нас оказался. Вот. Срез. Вот уже червяк пошел, отрезал я часть такую. Ладно, шляпку забрали. Это нормально для такого времени. Вон еще грибок видно. Также старый. Старый гриб. Это, наверное, польский был, да? Польский белый. Он тоже здоровый вымахал. Пускай разводится брошлый. А вот зеленка. И вон зеленка. Короче, этот вот склон обойдем немного. Зеленки должны быть. Зеленки хорошие грибы. Это их обрезать надо. Песок на шляпку не падал. Дырки есть, но червя-то нету. Какие-то крупные. Кажется, зеленка будет без червяка. Если он был, то в землю, наверное, сошло. Ну все. Такая вот крупная зеленка. Заберем зеленку. Еще одну. Это, наверное, с червями точно уже он. Черви поели. У этой ножка крепкая. Это, наверное, даже не черви, а структура такая вот зеленая бывает, что дырками, но без червя. А, наверное, все-таки черви-то. Ну, черви самих не видно, только норы. Так что забираем. Что там? Бугорок. Так. Сейчас боровика здесь посадим. Дырка получается сантиметров, наверное, 15. Ой, запах, конечно, неприятный. Еще дома одна канистра стоит, 5-литровая.
жидкостью с грибов со спор. Но там белые, а не боровики. Вот у нас две зеленки, грусть, шляпка белая. Ладно, пойдем на место основного сбора. У нас старая колода валяется, загнившая полностью. Мы даже ведром забивали, где прогнивало. Вот кто-то зеленку срезал, да и не одну, валяется. Я то сделал колоду из горбулей. Видео есть на моем канале. Сам процесс не показывал, показал, да, принцип сбора, как собрано и все. Ну, в этом году не вышло засилить пчелами ту колоду. Все думаю, вертикально стать или горизонтально под наклоном. Если горизонтально поставить колоду, то можно будет с двух сторон доступ сделать. Вертикально только сверху. Еще подумаю. Также вот смотрел видео на других каналах, квадратные делают там большого объема. Думаю, такую тоже буду делать зимой этой. С осины, осиновой доски напилили мне. С осин с диаметром 25 сантиметров. Вот с их буду колоды делать. Посмотрим, выйдет, не выйдет. Может, до зимы просохла немного древесина так. Вот по этой вот просеке мы пойдем на молодняк. Еще здесь боровичков подсадим. Сначала не будем садить сюда, где в гущу леса, где меньше людей ходит. Сюда особо грибов не было никогда, никто и не заглядывал. Только что, если лесники поляну выпили, то что сосновый пилильщик все попилил, все деревья сухие вокруг. Так, здесь мох большой, вот на этой полянке нальем, может получится что-то все-таки. Да не зря мы это дело будем делать. Надела и лунок сейчас. Пару штук сюда зальем их раствор со спорами. Так, по кругу, чтоб смачивали. Так, а вторая дырка. Здесь песок мягкий, споры хорошо пошли вниз. Вот еще осталось у нас двухлитровый, где-то полтора литра. Примерно так места буду запоминать, где проливал. На этом участке, там немного, там. Еще вначале я не снял. Пару лунок также залил. Но они простояли уже недели, наверное, три. Может, не спортились, думаю. Все-таки спор был живучий. Вот пилильщик постарался, вокруг только ветки валяются, сверху обсыпаются сосен.
позавчера ходил в болото, клюкву собирал по-белоруску, журавины. Уже все болото вытоптано. Все люди зарабатывают деньги на ягоды. Вытоптали все болото. Ягодины найти нельзя. Наверное, за часа 4 всего лишь 4 килограмма нашел. Пробежал расстояние километров, наверное, 6 по болоту. Вот у нас под берёза их растет. Резать не будем. Я таких грибов не беру. Все, что нам сейчас интерес представляет, это грузди, зеленки. Ну и белые, если будет. Также подосиновики. Это уже редкость в это время года. Также еще встречаются у нас грибы, называются козы. Они такие серые. Снизу вроде шерсти наросшие. С бутылкой неудобно. Бутылка, ведро, палка, нож. Нам быстрее грибы рассеять, рассадить. Да более будем свободно снимать наш процесс. Вот пасека стоит. Колода, колода, колода. И сзади что-нибудь колода. Пасека с пчелами лесная. Да, уже здесь давно-давно. Посмотрим по этому парку. Боровички росли. Зеленки. Здесь пройдем, потом туда пойдем дальше. Ну, лисички. Даже лисички еще растут. Маленькие, правда, но будем забирать. Песка много на них или что-то. За пленка такая. Ладно, дома почистится. Везде машинами съезжено. Тропы до дороги. Белый валяется, сломан. Пройдем здесь. Мужиков боровика поднимем еще. Ну, зеленочки. Так, вот. У нас зеленка. Здесь у меня местинка есть там. Зеленок много должно быть. Ходы от червей есть, червяка не видно. Будем брать. Не то время, чтобы выбирать особенно. В этом году зеленки вот только начали расти, но они много с червяками. Было отдельный пакет на них брать. То сейчас вошло осиное в ведро залезло. Такое вот животное. Я вам не рассказал, когда вот болоте был позавчера. Так эти воши лосиные проходу не давали. Через каждый метр по 2-3 штуки садилось на голову. Только и лови. Наверное, или лосей много, или всех перебили браконьеры. Те, что законно охотятся, безнаказанно. Ну, вошам тоже надо выживать. Вот они на людей пошли. Бляха, ножик, а то забыли. Пойдем за ножиком. Это я их срезал. Так. Где-то же здесь были.
А, елки-палки. Так, а где я ножика посеял? Так, так, так. Там мы заходили. Сюдой. Сюдой, сюдой, сюдой. Выключаться не буду. Будем вместе ножика искать. Так. А елки-палки. Ведро там у нас. А где мы зеленки резали? Что ножки не бачу. Так. Идем назад. Кому не интересен поиск ножика, можно перемотать. А кому интересно, давайте вместе искать. А вот, не добег немного. Нашли. Так, посмотрел в эту вот сторону, а туда и не гляну. Ножик лежал мой. Ножик для гриба удобный. Маленький такой. На 5 сантиметров всего. Так, как с длинным по грибу нету смысла ходить. Так что вчера тоже не будем. Так, вот наши ведра, банки, бутылки. Все забираем. Наверное, я с этой посадкой грибов не дойду, куда положено нам идти. В основные. Ну, посмотрим. Или здесь их рассадим, эти грибы, или понесем все-таки туда, где меньше народу ходит. Скорее всего, что понесем. Здесь зеленки порезаны. О. Поднял бугорок, а там зеленочка. Дождик пошел. Целенькая, без червя. Так, палка, нож еще с собой. Здесь были зеленки резаные, смотрим по округе. Где кто что пропустил. Не видно. Ладно. Пойдем на ту сторону лесной дороги сразу. Там у нас зеленки будут почти. Погода, конечно, нелетная. Дождик пошел. И тучи сверху. Там вон солнце просвечивается через просвет. Вот здесь козы должны быть. Если что, растут. Посмотрим, должны быть. Ну, здесь на песку также. Зеленки были. Грузь где-то, уже дальше пойдем, там грузь. О, белый какой. Центр кадра. Даже не ожидал. Да еще здесь. С виду крепкий. Бляха, сейчас бутылку пущу в ведро. Ох. Да, для этого времени это подарок. О, грибище. Вот грибище какой. Мухи. Наверное, эти мухи ложат яйца, он сидит. Это, наверное, мухи эти, что грибы поганят. Пообдували. Наверное, смысла чистить нету ножку.
мягкая. Сорвем будет. Сейчас отрежем. Ну вот, с этой стороны, где мягкая червя, много. Ну, дальше. А дальше уже чистая пошла. Повезло нам. Червяк вот дошел до определенного участка, а дальше не пошел. Ну, с червем я отрезал кусок этот. А вот это у нас грибок. Целый, хороший, крепкий. Особо трогать не буду, чтобы песком не замазывать.